Всем привет! Расскажем немного грустную историю, которая случилась у нас во дворе с птенцами трясогузки. В поленнице у самой земли свили гнездо трясогузки. Их птенцы подросли в конце мая и выскочили из гнезда. А поскольку летали они еще плохо, то разбежались по земле возле туй. Вот тут-то неопытных птенчиков и настигла беда. К нам прокрался кот и схватил двух птенцов. Мы побежали на шум. Одного птенца отбили, а второй был ранен когтями и вскоре погиб. Вот этот разбойник нежится на улице. Ничего не поделаешь, это жизнь. Мы были так взволнованы, что спутали птенца трясогузки с птенцом синицы. А синицы живут в скворечнике по соседству, но этажом выше. Они приносили гусениц и жуков своим птенцам. Мы решили вернуть птенца в гнездо, и он туда запрыгнул. Свою ошибку увидели, когда внимательно осмотрели фотографию птенца и нашли пустое гнездо трясогузки. Но синицы приняли подкидыши. Они по-прежнему продолжали кормить птенцов. И когда в гнездо прилетал родитель, птенцы поднимали гвалт и требовали: «Меня покорми!» А спустя несколько дней все птенцы вылетели из гнезда. Значит, наш подкидыш спасся. Очень надеемся. Вот такая история у нас вышла. Всем пока!